Анастасия спас таинственный аноним, сообщают инсайдеры. Недавно Анастасию Заворотнюк видели плавающей в бассейне, а это означает одно – актриса исцелена. Откровения инсайдеров наталкивают на мысль, что некий влиятельный покровитель помог няне Вике победить рак. Возможно, это тайный поклонник Заворотнюк или мужчина из прошлого. Не исключено, что первый муж из Германии Олаф Шварцкопф внес весомый вклад для помощи бывшей возлюбленной. Мужчина приходил на «Пусть говорят», где рассказывал об отношениях с актрисой. Ностальгия завела Олафа слишком далеко, видимо, немецкий бизнесмен спустя 25 лет не разлюбил ту привлекательную брюнетку, которая покорила его сердце. Нельзя исключать и содействие возможного любовника Анастасии, ведь личная жизнь знаменитости отличалась неожиданными виражами. Судя по всему, этот человек предпочел остаться инкогнито во избежании излишнего внимания и бурных обсуждений. Второй муж Заворотнюк Дмитрий Стрюков после расставания с артисткой заявлял о холодности Заворотнюк, которой якобы ничего не стоило развестись после 12 лет совместной жизни. Анастасия закрутила роман с коллегой Сергеем Жигуновым, но пара рассталась, и это подтверждает ищущий характер звезды, которая долго искала любовь. По слухам, брак с Петром Чернышевым пошатнулся, поскольку мужчина был вынужден работать на износ, чтобы покрыть возможные долги благоверной. Вероятно, идиллия пары нарушилась еще задолго до болезни Анастасии, а в тяжелую минуту неизвестный любовник пришел на помощь к любимой женщине. По-видимому, Жигунов тоже не хотел оставаться в стороне, но ревнивая супруга остановила блудного мужа от искреннего порыва. Женщина находилась в тяжелой ситуации, ведь актер променял ее на Заворотнюк. Впрочем, Вера смогла простить Сергея, но вряд ли вытерпит еще один приступ ревности, несмотря на всю сердобольность.